Как вас зовут? Роман. Роман, очень приятно. Роман, чем вы занимаетесь? Фотограф. Вы фотограф. Вы замечательный, Роман. Вы запечатлеваете моменты. Если только вы сейчас, я подумал, не в ритуальных услугах работаете. Итак, вы фотограф. Вы частный фотограф? Да. Да. Что вы последнее фотографировали? Какой праздник или событие? Нет, это была новогодняя съемка в студии. Это была новогодняя семейная. Восхищаюсь людьми, которые заказывают с семьей себе фотосессию. Знаете, вот это потом красивые фотографии, где они в одинаковом, около елки. Я был один раз на фотосессии, и по этой фотосессии видно, как у меня портилось настроение. Прям видно. Я сначала такой веселый, и потом увидим на следующий... В какой-то момент меня уже не было в кадре. Там была только супруга, только супруга. Потом мы отдыхали в Таиланде и решили там сделать фотосессию. И для того, чтобы сделать ее на пляже, нужно было встать в 7 утра, чтобы пока пляж был пустой. Вот это было... Реально актерская работа. Реально, потому что все фотки были такие, вау, я так люблю их. Дети еще сильно, короче, не понимают, зачем это нужно, поэтому ты в какой-то момент, чтобы вы понимали, за любой фотографией счастливой семьи есть вот эти 15 секунд, когда я говорю, улыбайся, сюда, стой, держи его, смотри туда. Нет, не буду. Смотри, еще раз. Он убежал, лови его. Что самое сложное? Какая вот съемка самая сложная? Что сложнее всего снимать? Детей. Детей, да. Любых? Тех, которых разрешили снимать? Почему? Они хотят улыбаться? Они не сидят. Не сидят? Они усидчивые, ни разу. Бегают. А? Самые же клевые фотки получаются, когда дети не сидят. Да, размытые. Это самые клевые фотки получаются. Обычно за них родители и платят. Вот это вот, когда такой, ну вроде мой. Назовем его Флэш. Так, Роман, ну смотрите, что, надо найти какой-то плюс. Как же найти плюс? А дорого стоит фотосессию сделать? Вот я вот сейчас подумал, может тоже сделать себе? Нет. Нет? Нет. Сколько? 15. 15 тысяч рублей? 15 тысяч рублей, это в студию надо приехать? Да. Это в студии надо будет делать, да? А если домой? Можно вот мне чисто домой? Просто мы будем так же двигаться. Вы вот так зайдете просто. Время от времени. Время от времени можете говорить улыбаясь. Вы даже не представляете. О, Роман, как я вам сочувствую. Вы даже не представляете, как бесит, когда тебе говорят улыбайтесь. А ты уже улыбаешься. А девушки, Роман, нет такого у девушек, что они... Значит, то не в той позе она, то она самой не дала. Вы вообще им показываете фотографии? Это же опасно им показывать фотографии. Не всегда. А? Не всегда показывать. Не всегда. Мне кажется, вообще нельзя показывать. Вот это. Я ни разу не фотографировал жену так, чтобы она такая, норм. Молодец. Она иногда такие задачи ставит нереальные. Она не... однажды сказала, Вить, сфотографируй так, чтобы я была нежирная. Я, короче, там, я вам клянусь, я лежу как-то снизу, куда-то просто. Я ее просто крупняком вот так дал, вот так, просто, вот так вот. Я говорю, только так, мать, только так, родная, имей в виду, потому что это не работает. Роман, нижнее подчеркивание, фото 87. Друзья, если нужна фотосессия, пожалуйста, обращайтесь. Спасибо большое вам.